Привет, друзья! Вот сегодня у нас будет бесплатный, регулярный, который мы делаем, ликбез против стресса для всех, кто хочет научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием. Сегодня уже говорят о том, что от этого иммунитет зависит, от этого все зависит, и этот ковид легче пройдет и даже не тронет вас, если у вас хорошая стрессоустойчивость. Да-да-да-да-да. А я теперь поэтому. Влад, как у тебя там, все нормально? Влад Орлов у меня там. Да-да-да, мы с ним готовимся. Смотрите, я галстуки мерю. Конечно, это смешно. Но это будет, допустим, номер один. Номер один. Да, а это сейчас будет номер два. А вы, пожалуйста, кто любитель галстуков, там, подскажите мне, какой лучше. Потому что мне же трудно одновременно с Владом говорить, одновременно смотреть, как за моей спиной картины мелькают мои, да? Это будет номер два. Да, теперь сейчас посмотрим номер три. Какой лучше? Да, какой лучше? А это вообще такой, да, номер три. Да. А вы там мне скажите, и я вечером как раз таки буду нарядный, как елочка. Потому что я хочу, чтобы у нас у всех было хорошее. А это будет четыре, да? Ух ты, какой глаз. Влад, может еще какой другой взять, но это мне надо туда встать. Да, хватит, наверное, хватит. Я что вам хочу сказать? Сегодня будет очень интересно. А как мои картины, а? Ну, по-моему, супер. Я теперь думаю, что вместо нашего ликбеза у нас получится выставка. Это Влад все мне такое организовал. Молодец, Влад. Ну, я думаю, что вы все передадите ему привет. Влад, ты хочешь, чтобы тебе все передали привет? Голосом. А это называется волшебный цветок, чтобы исполняли все ваши желания. А это у меня, видите, это вообще суперская картина. Ну что вы. Это же прямо такой вам выставочный такой вернисаж. Мы вам с Владом Орловым устроили вернисаж, чтобы у вас было хорошее настроение. Да, а это глазами Вселенной картина. Ну, посмотрите, какие интересные. Ну, Влад, давай. А это называется и участник события, и его свидетель. Это в определенном состоянии, когда мы одновременно и в ситуации, и как бы смотрим отрешенно, созерцаем. А это Крамер. Крамер наш, который фланкирует там у нас в Рязани шашкой. Да, ну это, ну вообще. Влад, спасибо тебе огромное. Друзья, спасибо огромное. В 21 час сегодня будет онлайн-трансляция, открытая. Да, очень интересно и полезно, потому что я буду говорить о дозе при подборе индивидуальных приемов, чтобы каждый мог подбирать себе прием и знал, как избегать ошибок, которые очень характерны для тех, которые не в курсе дела. До встречи, друзья. Итак, вечером открытая трансляция, ликбез против стресса для всех, кто хотят научиться быстро управлять своим психоэмоциональным состоянием. До встречи.